Всем привет! Вы на канале Кактусы и компания. Давненько я ничего не снимала, не выкладывала. Как-то особо не было настроения. Ой, в связи со всеми событиями, происходящими у нас в стране. Но сегодня праздничный день, день 8 марта, женский день, день цветов. И я решила заснять видео. Как говорится, красота спасет мир. Занималась сегодня пересадкой своих растюшек. Распикировала кактусы. Хотела распикировать садики, но что-то на целый день меня это почти затянуло. Все кактусное пересаживание. Попутно еще некоторые суккулентики пересадила. Мои кактусы. Так, вот эти большие. Это у меня прошлогодний посев. А вот эти, позапрошлогодний посев, вот эти большие, им уже 2 года. А вот это прошлогодний посев. Кому интересно, ссылочку вверху кину, какие виды и сорта сеяла. Но тут у меня все вперемешку, так сказать. И где какой вид, вообще не знаю. Буду потом идентифицировать. Хавортии мои. Хавортии, хавортии, вот они, хавортии. Взошли не все семена, но которые взошли, как видите, растут. Некоторые еще малюсенькие совсем, а некоторые уже вот формируют розеточки, по 4 листика выпускают. Здесь мои сансочки разрастаются, там детишка он пускают. Эшка там сидит. Пересаживала я. Думала, освободиться место. Ну, как бы не так. Горшки освободила, а места как не было, так и нету. Некоторые малявки посадила в садике. Пусть растут. Некоторые так сидят. Просто побольше горшочки им дала. Хавортии мои прекрасные. Вот тут цвести собирается эта пухляшка. В общем, наверное, на следующий год нужно будет делать стеллажи. Вот, потому что на подоконниках мне эта многоярусность не нравится. И как бы места нет. Пушистик мой. Вот. Здесь красоточки мои, красотулечки сидят. Все так плотненько, плотненько, в основном садики, садики. Ну, в принципе, мне нравятся мои садики. Я уже как бы знаю, что какого размера вырастет, в каком грунте быстрее растет, в каком медленней. Вот такая вот весенняя красота. Красота. Тут на одну растюшку у меня какая-то болячка напала. Вирус, не вирус, все листья обвалились. Вон какие-то там коричневые. Но это не гниль, это что-то там такое непонятное, сухое. Здесь малышечки. Все такие яркие, красивые, нарядные. Ну вот, в принципе, по этому подоконнику у меня весь обзорчик. Прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего настроения. Пусть все будет хорошо. Пока-пока.